Герцогиня Сассекская Меган Маркл получила новое прозвище после скандала, произошедшего на Уимблдонском теннисном турнире, сообщает Экспресс.ком. Во время одного из матчей зрителям было запрещено фотографировать члена королевской семьи, так как она посетила встречу в качестве частного лица. Британская телеведущая Кэрол Мэлоун обвинила Маркл в лицемерии, высокомерии и странном контроле. «Извините, но Меган не имеет права требовать особого отношения. И люди сыты по горло ею и Гарри и их кучей воображаемых обид», — заявила телеведущая. Также она сравнила Маркл и ее супруга принца Гарри с жертвами жизни и отметила, что у членов королевской семьи нет частной жизни. Ранее сообщалось, что сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон.